Приветствую. В Samsung есть необычная функция. Вы можете определенный объект менять цвет. То есть не нужно скачивать миллионы приложений, узнавать, где тратить время, смотреть многомиллионную рекламу и, конечно, подписку и так далее. Нажимаем на ручку. Так, нажимаем на три точку. Так, вот смешивание цветов. Если у вас нет такая функция, заходим в приложение, обновляете Samsung галерею. Так, заходим в смешивание цветов. То есть меняется цвет. Вот это не меняется. То, что красный, меняется. Так, минус. Можем менять цветов. Так вот. Воу, вот это красота. Эх, еще можно было выбрать, то есть эту не меняй, вот эту не меняй, только мне вот это поменяй. Все, тогда классно было. Так, теперь у нас что есть? А, еще цвет газона можно менять. Насыщенность. Так, у нас есть еще желтый. О, газон можно сразу смотреть здесь сделать. Давайте сделаем так. О, вообще красота. Ну, знаете, здесь что очень минус. Вот этот тоже меняется шрифт. Вот это меняется. Вот это. Ну, ладно, пусть это слишком не надо. Не будем трогать. Ага, где у нас синий? О, может здание изменить, смотрите, синий. Оттенок насыщенности. Здесь не меняется яркость. Тоже не меняется. Не будем менять. О, более красиво. О, вот это тоже красиво. А здесь что? У нас здесь нету. Я же говорил, нету черного. Извините, вот я реально не знал. Извините, что я еще промолчал. Вот, нажимаем сюда и лупу вводим, и именно можно тот объект изменить. Вот. Так. Видите? Так, нажимаем готово. Сохранить как копию. Давайте оригинал посмотрим. Ну, скажите, ну, красота же, то, что мы изменили, вот эта красота же более красиво выглядит, вот смотрите, насыщенный, прям, ну, реальнее, на 99% для меня красиво, чем на оригинал. Так, попробуем это, ну, мне понравилась эта функция, которая, да, смешивание цветов, я удивился, когда я это вчера узнал. Я не обращаю. Да, эта функция давно есть. Ну, признайтесь, вы же скачивали приложение, там, Canva, что, Viva. Я не знаю, что вы скачивали, но вам же в голову не пришло, что в Samsung есть такая встроенная функция. Я хочу, чтобы вы подписались на канал. Да. Ну, красный, естественно, это Coca-Cola. Только не меняй другой, пожалуйста. Ага, можно колу. Нет, все-таки меняете еще ту урну. Пусть это будет. Насыщенность. О,
Яркость. О, яркость давать сильно не будем. Все, тут что? А, это уже. Да, это позеленее сделай. Так, что у нас синий? А, это уже газон меняется. Смотрите. Это уже осень. Это зима уже. Это лето. Вот так. Так, мы уже не... Так, теперь синий станет цветок. Чуть-чуть. Так, ага, тоже есть. Более мне это уже. Теперь знаете, что я хочу изменить? Так, асфальт можно ли? Я не знаю. Может, изменим это? Нет. Где здесь отменить кнопку? Я же хочу небо изменить. Ладно, вот это можно изменить? Не, все меняется, блин. А где черный популярный? Это черно-белый. Ладно. Нажимаем готово. Сохранить как копию лучше, да. Так. Вот это. Вот это. Я не знаю, мне все равно. Оригинал не нравится. Вот то, что мы изменили. Да. Ставьте лайк, подпишитесь.